Хью Джекман заявил, что больше не вернется к роли Росомахи. Привет, дорогие мои, с вами Ии. Заявление артиста окончательно подтвердило имеющуюся информацию, что фильм «Логан» ставит точку на истории Росомахи в исполнении Джекмана. Австралийский актер Хью Джекман, известность которому принесла роль Росомахи в фильме «Люди Икс», не планирует возвращаться к роли мутанта с адамантиевыми когтями. «Я знаю, что австралийцы не умеют вовремя уходить с вечеринок, но после 17 лет пришло наконец время с этим закончить», – рассказал актер, намекая, что не вернется в следующих частях фильмов по комиксам Marvel. Заявление артиста окончательно подтвердило имеющуюся информацию, что фильм «Логан» ставит точку на истории культового Росомахи в исполнении Джекмана. Еще во время съемок актер неоднократно заявлял, что после «Логана» не хочет больше возвращаться к роли, с которой был связан 17 лет. «Да уж, очень жаль. Лично нам он очень нравился в роли Росомахи. А что вы думаете по этому поводу? Отпишитесь в комментариях. И, конечно, не забудьте подписаться. Впереди много интересных проектов. Спасибо за просмотр и до встречи!»